Всем привет! 23 декабря 2022 года. Нахожусь на площади Ленина. Это главпочтамт, улица Горького. Вот такие избушки уже начали торговать едой, напитками. Там вход на улицу Ленина. Гостиница «Салют». Замечательно. Уже торговля потихонечку разворачивается. Такая вот машинка тоже что-то продают. Вот елочка. А пришел я сюда, чтобы посмотреть очаг горящий, который анонсировали на сайте Орелград. Но обнаружил, что он еще не готов. Хотя было сказано, что сегодня его зажгут. Но погода, правда, дождливая. В общем, здесь будет гореть огонь. И можно будет сидеть, так сказать, на этих пенечках, типа греться. Но пока еще очага тут нет. Может быть, попозже зажгут, а может быть и завтра. Так что это для вас будет, как сказать, сюрпризом. А пока вот что увидел, то и снял. Каток, в принципе, тоже готов почти. Но на нем тоже пока никто не катается. В общем, ждем праздника. Ждем, так сказать, чудо новогоднего. И загадываем желание вот в этой замечательной беседке. Я уже загадал желание тут. Теперь ваша очередь зайти и пожелать, что вы там себе хотите. Или стране, или кому-нибудь там еще в мире. Так. Немножко пройдусь по улице Ленина. Хотя, конечно, без стабилизации. Я отключил стабилизацию. Потому что этот Samsung Galaxy S7 в сумерках со стабилизацией снимает очень плохо, смазанно. Чтобы хоть какую-то картинку более-менее получить, адекватную, я ее отключил. Вот такая звезда нас встречает, горящая. Отсюда начинается улица Ленина. А может, даже заканчивается, не знаю. Вот Ленина 39 написано. Не помню. Помню, что до революции она называлась Болховская. Так. Гирлянды, я смотрю, уже зажгли. В прошлый раз я снимал. Они не горели. Здесь уже продают сувенирчики новогодние, всяких там зайчиков, куколок. В общем, очень интересно. Ювелирочка. Вот такие Netsky Maxim. Значочки. Приходите, смотрите, покупайте. В общем, начинается уже торговля новогодняя. Свистульки. Большой выбор. Куклы, тарелки. Это очень хорошо, это радует. Будем гулять, отдыхать, встречать Новый год. Все горит. Настроение хорошее. И погода не холодная, не ветреная. Вот немножко только мокро. Так что приходите на Ленинскую, на площадь. К тому времени, как вы придете, наверное, этот очаг уже раскочегарит. Ну, это такой, как типа костровище, как вот в большом-большом таком металлическом типа сосуде будут, наверное, гореть просто дрова. Это будет здорово, огонь он всегда привлекает глаз, создает уют. Ощущение такое единство. Ну все, наверное. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Что увидел сегодня, 23 декабря 2022 года, то я для вас и снял. 18 часов вечера где-то.